что ж, приветствую всех любителей рыбной ловли. Меня зовут Юрий Тетерин, и это очередной выпуск «Гольная рыбалка». Раннее утро, легкий морозец, где-то около минус 5-6 градусов. И я, вот не заметив того промежутка времени, который называется летом, опять очередной раз жду Алексея Назимова, чтобы отправиться с ним открывать первый лед. Вчера я уже был в попытках найти на лед, но просто ходил на разведку. И кто смотрит выпуски «Больной рыбалкой», скорее всего, это видели. Но сегодня для меня все-таки уже такая конкретная вот рыбалка. Едем на озеро Шулепово. Конкретно кто будет в составе, кроме меня и Лехи, сказать не могу. Потому что вариантов вчера набрасывалось много. Много людей желают побывать на этом самом первом льду. Ну, в общем, все, что будет все происходить, вы увидите. И загадывать что-либо наперед не будем. Там не могу говорить, что мы поедем за живцом, не могу говорить, что мы поедем какой-то конкретной рыбой. Просто мы сегодня едем открывать первый лед. Все. Не хотите рассказать свои первые эмоции? Ну что ж, будем ему заходить тихонечко. Я тоже первый лет открыл свой.
Да, рассказывай. Мелкий, мелкий. Только окунь? Нет, осторожно, тут нормально. Зачем? А тебе чего уползли, не знаешь там? Я и пока там шли, как нихера не крыло. Осторожно, он что попал, блин, уже как-то попал. О, очень мелкий. Ну, клюет, нормально? Нет. Там что-то вообще беда, бедой. Да? Угу. Ну как? У одной лунки, я думаю, что поклевал, блядь. Ну мелкий, Юрий, блядь, вообще. А на блесну не пробовал? А? На блесну не пробовал здесь? Нет, вот хочу тоже попробовать. Что-то эти там не видно. Он руками машет один. Кто, Рыхнич? Нет, Юрич, по-моему, Юрич. А там больше не видно никого, кроме Юрича. Леха, Володя туда ушел, в ту сторону. Володя уже обратно шел, наверное, на берег ушел. Мне кажется, они оба на берегу, потому что их не видно на озере. Или они сами там в жопе. Нет, вон там, да-да, сидит в конце самого. Осторожно. Все, скоро флаги будут стоять. Под язычек, Сашки. Под язычек. Под язычек даже. Как успехи? Мелочь какая? Сорога, окунь, ясь, лещ. Я осторожен, как я тебя поймал. Нет, такие же. Там что, ребята? А, не знаю, еще не отошел. Не видно, руками не машут. Леша, как дела? Леша глухой. Понял. Все пробуют. Пока. Скоро вечереет, все пробуют. О! Экспонат. Ладно, будем знать.
Ну что, вот подошла к концу наша превосходная рыбалка во первом льду. Половили отличных окуней, провели отличную рыбалку. Рыбы довольно много, хватит и мне, и котам, и всем, кто тут участвовал в этой рыбалке. Ну, привезли на килограмма по 2-3, каждый, наверное, выудил все равно. Не считая там мелочь, которую отпускали обратно, старались. Ну так, окунь средний. Поначалу с утра поклевал крупный. Потом поклевки прекратились крупного окуня, все. Пошло к мелочи ближе. Но все-таки рыбалка удалась на славу, я думаю. Все получили массу адреналина и позитивных эмоций на неделю, заряда такого. В общем, ждите следующих выпусков «Болен рыбалкой». Подписывайтесь на канал. С вами был Юрий Делин и его рыболовная бригада. Всем пока!